Здравствуйте, ребята. Давайте порисуем. Кто к нам летит? Вы знаете, ребята? Это же Божья коровка. Один из самых ярких и красивых жуков. Посмотрите, какие у него яркие крылья. Красные, с черными точками. Тело жука похоже на полукруг. И голова полукруг. У Божьей коровки есть два усика, глаза и 6 тонких лапок. Давайте нарисуем вот такую веселую Божью коровку. Приготовьте белый плотный лист бумаги, гуашь, кисти, палитру, стаканчик с водой и салфетки. Кистью среднего размера желтым цветом в середине листа нарисуем большой полукруг. Внутри большого полукруга внизу нарисуем маленький полукруг. Вокруг большого полукруга сделаем желтые мазки и размажем их белой гуашью. Внизу закрасим лист зеленым. Большой полукруг закрасим красным цветом, аккуратно обходя маленький. Наверху поставим белый блик. Это крылья Божьей коровки. Тонкой кистью, черной краской в маленьком полукруге нарисуем глаза, а под ними щечки. Аккуратно вокруг глаз и щек закрасим голову жука черным цветом. Добавим две передние лапки, тонкой линией разделим крылья, нарисуем на крыльях черные точки. На голове нарисуем вверх два усика. Хорошо промоем кисть и вытрем о салфетку. Закрасим глаза белым цветом, а щечки красным. Нарисуем улыбку. У нас же веселая Божья коровка. Тонкой кистью нарисуем еще травку зеленым и желтым цветом. Когда глазки подсохнут, добавим в них черные точки. Еще раз обведем щечки и улыбку. Готово! Творческих успехов вам, ребята, и до новых встреч!